Принцесса Евгения поделилась новым семейным снимком с сыном по случаю прошедшей Пасхи. Семейный альбом 31-летней принцессы Евгении и ее 34-летнего супруга Джека Бруксбанка становится заметно больше. И это неудивительно, ведь теперь в семье появился новый член – сын Август, каждый момент жизни которого его родители наверняка стараются не только сохранить в памяти, но и запечатлеть на фото. С небольшим опозданием сегодня супруги присоединились к поздравлениям с Пасхой и опубликовали снимок на фоне цветущего дерева. «Желаем всем счастливой Пасхи и цветущей весны», подписала фото внучка королевы Елизаветы II. Снимок, похоже, был сделан во дворе Фрогмор-коттеджа, в котором пара поселилась после переезда из Великобритании Меган Маркл и принца Гарри. Раньше в королевском поместье жили герцоги Сассекские. Принцесса Евгения и Джек Брусбенк особенно облюбовали придомовую территорию и предпочитают делать семейные снимки не в интерьерах своего особняка, а на улице. Напомню, что первенец пары появился на свет 9 февраля, о чем Евгения сообщила в своем инстаграме. Через несколько дней пара показала и лицо малыша, а также обнародовала его имя. Несмотря на то, что в королевской семье не принято вести личные аккаунты в социальных сетях, Евгения этим правилом пренебрегает. Супруги хотят жить жизнью простых людей, поэтому и королевскому протоколу следует далеко не всегда. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.